Давай. Я помню, шутка была, когда был такой, забыл, из Узбекистана молодой синий пояс, у, по-моему, Гауди занимался. Он занимался, накручивал всякие беремболы, да, и вот атаки именно беремболы выходили за спину. И тут он готовился к чемпионату мира. Чемпионат мира первый склад, и он парил в одной ноги. Что не знаю, что делать. Как, какие беремболы, что делать. В итоге... Проиграл. Вот это я не помню, проиграл или нет, но он на руках был. Забыл. Он молодой пацан. И вот он готовился весь год. Налево вытаскивай. Ограниченные возможности, не можешь зарегистрироваться. Куда это дома? Ты-то не можешь идти? Да. И испытываешь смешанное чувство. Ну, допустим, слепой парень боролся на первом MGP, по-моему. Слепой парень, его подвели, взяли захваты. А потом еще парня, который выиграл, потом заплевали. Какого хрена ты выиграл? Нет, Вася, он Ну, на самом деле, насколько я знаю, эти парни не очень любят говорить, жалеют. А жалеть любят просто толпа. Прекрасная мысль. Прекрасная мысль. Караз 2 сарыш.
rozhrávači, tu sarí uje kolega, a to dává. Серра Барлигина. Да, Фело? Молодец, отлично. Спокойно ведет вас. Это последствия. Надо просто с Олегом потом интервью взять и все. Техникал 4. Он так же, как маунт, оценивается. 3. 3 убери. 4. Стоп. Там 2 балла за свит и 4 балла. Файт. Саша, если он тебя внимает, поднимайся выше. Блокируй плечевой став. Плечевой тап. Сейчас никому, он ничего не показывает. Он что-то сидел так. Теперь бокс. Давай шахматы.